Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня начался архидемон на английском сервере. В принципе, стандартный старенький архи призывает монстров большой урон, имеет иммунитет к стану и молчанию. Наносит урон врагу с меньшим здоровьем. В общем, не имеет он от разброса защиты. Поэтому мы сейчас попробуем подобрать состав. Хочу опять же с расколом протестить, как обычно. Вот такие вот герои. Так, давайте некоторых уберем. Ставим сюда. Стрелка. Так, химка этот. Стрелок и Вольта поставим. Ой, говорю, Вольта. Огника. Сейчас мы их подшаманим, пересмотрим, что там у них стоит. Так. Сейчас надо будет пермаха нам поставить, наролить. Ставим сюда бравлера. Будем пробовать разгонять на тыковке. Как вариант, возможно, огника потом уберем. Такс. Посмотрим, как оно зайдет. Конечно, жалко недомогание сливать, но ради теста можно сделать. Все равно коробочек у нас хватает. Так, и по-моему у нас у стрелка еще такая же стоит. Сейчас перепроверим всех. Так, тут собрано. Ставим сюда. Можно сюда, в принципе, одного ангела поставить. На крайняк. Готов. Следующий. Готов. Два. Ведьма. Три. Тыковка. А, в принципе, Фрейю поставим вместо Вогника. Давайте. Зря я нарулил. Ну, сейчас попробуем и такой, и следующий заход. Сейчас с Вогником, потом Фрейю поставим. А, такс. Сюда кого мы поставим? Пончбокса давайте. Такой вариант. Так, тыковка готова. Стрелок. Так, стрелок есть. В принципе, нам огники не нужен. Давайте попробуем все-таки с Фрейей первый заходик. Сейчас я посмотрю, или там есть. Так, Фрейка, Фрейка, Фрейка. А, у нас тут на нее нету. Ладно, давайте с огником, потом с Фрейей следующий заходик сделаем уже. Так, стрелок. На стрелка мы поставим шару для того, чтобы уменьшенный был набор энергии. Есть. Огник есть. В принципе, все. Поехали, посмотрим, что у нас там по рангам. 5,5. Ну, этот как-то вообще жестко вошел. Посмотрим. Так, вот такой вот
сборник, но, как видите, у нас нету смотрителя красного. То есть тут, тут конечно, бы кого-то из зеленых убрать, поставить Фрея, ну ладно. Первый заход будет у нас такой. Поехали. Стартуем. Стыковки, огника. Всех подряд выкидываем. То есть делаем такой заход, чтобы... Так, ну что, разогнались. Забрали энергию, отлично. Вот видите, в чем хороша Шиара. Она не дает быстро набирать, то есть в зависимости от количества героев, которые бьют. Отлично. Зависит набор энергии. То есть Шиара сбивает это все вместе. Плюс можно, конечно, руны разброса поставить. Но вот даже с таким замедленным стартом 2.17, 2.16. Попробуем уже следующий заходик. Уберем. Ну, отлично. Можно поставить рунку разброса на кого-то, если вам не хватает, там, убрать стрелка, например, того же. Ну, стрелок нужен для забора энергии. Хотя у ведьмы тыковки тоже забирают энергию. Ну, не знаю, или мы на 5 выйдем. Хотя, вроде, результат неплохой должен быть. Попробуем там потом еще заходить без огника. Да, как-то не очень, честно скажу. Получается по 40 секунд. Ну, тут опять же надо пиромага вставить, то есть тестировать вариантов очень много разных есть. Так, 37, ну 5, не набиваем и больше 5. Ну, это у нас заходик с огником, сейчас попробуем фрейку сделать. Посмотрим, что у нас получится с фрей. У нас получается огник парализует, не дает тыковки набирать. Ну, с другой стороны, как видите, он не включается, то есть он не включает свою защиту. На таком разгоне у нас сколько было? 37. Там 5, 5,2, наверное, 5,1, наверное, будет, даже не будет. 5,1. Вот так вот. То есть такой результат, в принципе, это ни о чем. Убираем мухника и ставим сюда фрейку. Тут у нас будет преимущество в том, что он будет все время атаковать. Так, ставим сюда обратно же. Вот так, и тут нам опять придется сейчас недомогание слить. Тот же самый вариант. Ну, в принципе, плюс-минус результат. Ну, мы увидим, что же все-таки лучше. Так, окей, поехали. Такой вот заходик у нас. Стартуем. В этот раз мы делаем
Вот так кидаем фрейку. Ай-яй-яй-яй, не переагрил я. К сожалению, он сейчас будет фрею. Скорее всего, бить. Или тыковку все-таки первый будет бить. Не получилось, надо было сначала тыковку кинуть. Немножко неправильно заагрил. Ну, уже завтра попробуем следующий вариант. То есть тут вариант без доната, по сути, состав. Но, как видите, вот включается иногда и по времени 18, 17, 16 на секунду, пока меньше. Сейчас посмотрим, как дальше будет. Ну, плюс-минус где-то мы можем выйти на одно и то же. Вот самое основное — это сюда брать дракончика Драку и плюс Шару, потому что они очень-очень, Шара вообще здесь просто супер помогает. Да, видите, по времени все-таки Огник в некое лучше смотрится. Тут включается она, то есть надо ставить один разброс хотя бы. Да, тут даже вроде, казалось бы, больше атакующих, и получается плюс голуби. Вот они нам и мешают. То есть Шиар даже не перекрывает. Надо будет попробовать в следующий заходик убрать Химку. И попробовать Огника поставить как вариант. Ну, что тот вариант, в принципе, неплох. Единственное, здесь надо будет попробовать еще этот вариант заагрить на тыковку, потому что вот 5 секунд мы потеряли. Вот видите, чуть-чуть нам там не хватит. 4,8. То есть разница где-то 300 тысяч. И я уверен, что следующий, даже если мы попробуем этот состав и тыковкой, возможно, мы возьмем пятерку. Пишите в комментах, кого вы хотите еще видеть на этом архе. В принципе, у меня тут карты есть или нету, сейчас мы глянем. К сожалению, карт у нас нету. Попробуем уже, возможно, повезет больше, и попробуем этот же застав просто заагрим на тыковку. Все, всем удачи, всем пока.